Опа. О, красота. Ой, люблю. Умри уже, господи. Что, bullet hell? Нет, шарик, не вздумай.
Чёрт! Мультистрайк. Неприятно. Да, вот это, конечно, от мультистрайка неприятная такая часть, что не можешь убежать из-под ударов, из-под своих же причем. В смысле, куда? А, ага. Я думал, опять будет хелл, думаю, нифига себе. Еще-то раз зачем? Отпрыгни! Ой-ой-ой, тихо. Father, it's me. О, опять будет хал. Здорово. Такое чувство, что шейперы как-то легче сделали. Или мне кажется. Что? Да ты гонишь. Как не умер-то? Опа! ГГшечка. Ой, да. Не, на самом деле, то ли его легче сделали, то ли я слишком долго качался, хотя у меня вроде 89-й левел. Ладно, ребятки, с вами был Шоки, всем всего доброго, огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, если кому-то еще интересна эта лига, я очень долго не играл, на самом деле, и потому что разные игрули проходил, прошел этот, господи, как он там называется, Hellblade, сейчас прохожу Shadow Tactics, ну, в общем, что-то поднадоело пой, если честно. Вот, ладно, если кому-то хоть чуть-чуть еще интересна эта лига, если кто-то хочет поубивать шейпера, и, в принципе, тут из... Ну, разве что, да, Starforge тяжело достать. Starforge я обязательно верну хозяину. Мне дали сначала Starforge шестилинковый, чтобы я подраскачался побыстрее на старте этого билда. Но я сделал свой. И, конечно, верну хозяину. Вот. Ну, все. Всем огромное спасибо за просмотр. И с вами был Шоки. Всем пока-пока.